Доброе утро. Программа наша продолжается. Сегодня четверг, 20 июня на календаре. Действительно, так и есть. Так вот, каждый четверг мы общаемся с представителями ГИБДД Свердловской области. Если у вас есть вопросы, можете отправлять их либо на наш электронный адрес заранее, utro.tv@sobakaobltv.ru, либо можете даже прямо сейчас в течение разговора звонить 311-2947. Сегодня у нас в гостях старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области, капитан полиции Евгения Бушмакина. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Вопросов у нас много, времени у нас мало, поэтому сразу приступим. В ПДД есть пункт о необходимости использования детских удерживающих устройств. Что имеется в виду? Только ли автокресла и автолюльки? А ведь есть еще бустеры, накладки на ремни. А подушку под попу ребенку можно использовать, спрашивает наш телезритель. Хотелось бы сказать, что уже доказано и краш-тестами, и конкретными примерами дорожно-транспортных происшествий, что детей безопаснее перевозить в детских креслах, на бустерах, которые еще и подобраны в соответствии с возрастом и с ростом ребенка. Нет никакой безопасности, перевозя ребенка на подушке. Если ребенок сидит в детском кресле, если он зафиксирован ремнями безопасности, да, то это помогает избежать травм. Ремень-то в любом случае, хоть на подушке, хоть в кресле, все равно ремень, естественно, это как бы, это даже не обсуждается. То есть ориентироваться нужно именно по росту и весу ребенка, я так понимаю. Все верно, да. Есть специальные детские удерживающие устройства, которые разные категории их, и исходя из... А вот есть, знаете, какая-то накладка на ремень, которая сужает ремень, чтобы он проходил не по шее ребенка, а по груди? Ну, в этом случае, конечно, ребенка, например, как у нас был случай, когда совсем трехлетнего ребенка перевозили на бустере. Это тоже нарушение, и, соответственно, ребенок получил травмы. А если ребенок взрослый, понятно, что есть дети, которых, если ему 11 лет уже, его в детское кресло не посадишь, то можно с помощью этого устройства крепить его на ремень и пристегивать ребенка. Хорошо. Спасибо. Вопрос про такой сезонный. Сейчас очень много велосипедистов по городу ездит. Тепло, удобно, комфортно, не общественный транспорт. Они боятся ездить по дороге, но когда они выезжают на тротуар для пешеходов, их боятся пешеходы. Вопрос от нашего телезрителя. Есть ли какие-то штрафы за езду по тротуару? Ну, может быть, или по пешеходному переходу, например. Велосипедисты – это такие же участники дорожного движения, которые должны соблюдать правила. Они должны двигаться по краю проезжей части. Хотелось бы отметить, что на велосипеде выезжать на проезжую часть разрешено с 14 лет. То есть дети должны кататься на специальных площадках, это на стадионах, где-то во дворах, там, где нет транспорта. К сожалению, многие детки у нас выезжают на дорогу, получают травму в результате ДТП. А по тротуарам, соответственно, велосипедистам двигаться запрещено. За это также предусмотрена административная ответственность, штраф в размере 200 рублей. И, соответственно, если велосипедист двигается по правому краю проезжей части, ему нужно повернуть налево, повороты налево запрещены на велосипеде, он должен слезть с велосипеда и перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Не переехать, а именно перейти, везя велосипед рядом с собой. Насколько я помню, это правило касается и женщин, которые с колясками переходят, да, ведь дорога, что ребенка нужно из коляски достать и как бы коляску толкать по пешеходному переходу. Мне кажется, нет. Коляска – это не транспортное средство. В этом случае мы рекомендуем... Получается, когда коляску женщина катит перед собой, то она сначала выталкивает коляску на проезжую часть, а потом идет сама. То есть она не видит ситуации на дороге и машин, которые могут возникнуть. Поэтому мы советуем вести коляску рядом с собой, чтобы видеть машины, которые и чтобы водители видели, что вы переходите проезжую часть. Евгений, у нас есть звоночек от нашего зрителя. Давайте выслушаем. Алло. Доброе утро. Алло, доброе утро. У меня такой вопросик. А штраф пришел с фотографией... А я там не был никогда в сторону Перми, 355 километр, а машины в жизни там не было. Ну, на фотографии не ваша машина? Моя. И номер ваш? Да. И вы за рулем? Ну, там не видно. Не видно? Ну, такого, я думаю, не может быть. Камеры все равно не различают номера. Но если у вас есть какие-то доказательства, что вас не было в тот момент на Московском тракте, на Пермском, то предоставьте документы. Но это нужно обращаться, так понимаю, в ГИБДД, да? Да, в городскую, конечно. Либо областную, либо все туда, верно. В Пермь, если в районе Перми такая фотография была сделана. По месту составления административного протокола. Ну, кстати, я слыхал, что вот в Москве распространенный случай, фальшивые номера, вот на такие же машины делают именно такие же номера, то есть дубликаты.
Ну, это уже... Полицейским тут, полиция, да, должны разбираться, да, обращаться с заявлением соответствующим. Вот еще один вопрос у нас. Во время ночной парковки кто-то поцарапал дверь моей машины. Это является дорожно-транспортным происшествием или нет? Куда обращаться, в ГАИ или в отделение полиции? Тут два момента. Если очевидно, что повреждения нанесены другим автомобилем, причины, то есть это дорожно-транспортное происшествие. А как это может быть очевидно? Краска остается на машине? Да, но обычно это повреждение лакокрасочного покрытия, это вмятины от столкновения с другим автомобилем. То в этом случае нужно на место приглашать сотрудников ГИБДД, которые зафиксируют и зарегистрируют дорожно-транспортное происшествие. А если не очевидно, вдруг это велосипедист врезался? Ну, это тоже дорожно-транспортное происшествие. Ну, а как это можно понять? Вот. А бывают случаи, например, когда очевидно хулиганские действия. То есть бывает краска, да, автомобиль там подпортили, бывает поцарапали там. То тогда можно ехать в отдел полиции и писать заявление. Евгения, ну, к сожалению, эфирное время у нас не резиновое. Мы ждем вас обязательно в следующий четверг, но перед тем, как отпустить вас на работу, хотелось бы узнать, а что вам помогает чувствовать себя счастливой? Ну, счастливая – это любимая работа, это когда все близкие, родные здоровы, счастливы, ну и когда есть возможность путешествовать. Вот. Добрый человек и прекрасная женщина Евгения Бушмакина каждый четверг у нас в гостях. Пишите свои вопросы, она с удовольствием на них ответит. Адрес для ваших писем – utrotv@obol.tv.ru. Совсем скоро Александр Борисов расскажет о том, что самое интересное происходит в культурной жизни Екатеринбурга. Встретимся в этой студии через полторы минутки.